Отлично. Слышно всем? Да. Привет. Ирик. Собираю чемодан и сажусь на поезд я. От учебы я устал, ждет Башкирия меня. Развеселые деньки, три недели в ручейке. Изучаем мы людей, варга имена легке. Мордва, удмурты, татары, чуваши, в села Башкирии приедут наши. Мордва, удмурты, татары, чуваши, в села Башкирии приедут наши. Приезжаем ручеем, незнакомы были мы. Академия свела, стали вместе мы дружны. Развеселые деньки, три недели в ручейке. Изучаем мы людей, пока имена реки. Матмак, удмурты, татары, чуваши, села Башкирии приедут наши. Матмак, удмурты, татары, чуваши, села Башкирии приедут наши. Вот уже прошло 5 дней, 2 недели впереди. У нас множество идей, что призвание найти. Развеселые деньки, 3 недели в ручейке. Изучаем мы людей, варка ими налегке. Матмак, удмурты, татары, чуваши, села Башкирии приедут наши. Матмак, удмурты, татары, чуваши, села Башкирии приедут наши. Села Башкирии приедут наши. Возможно, нелегко это будет понять. Взрываю сцену я сегодня опять. А если не поймет мои дикта, иди гулять. Что не скажешь ты мне, повернув степ? Ну что, пора мне свой фаспорт начинать. Приехали недавно сюда, в ручеек открывается здесь прекрасный видок, да не странно понять. То уже не нормально, но это по место природа своя. Ваши вожатые, здоровые ребята, и удобные игры, мастер-классы, элитные, деньги, еда, солнце, жара, это с радостью вернулись еще раз сюда. Красавчик. Молодец. Лучший. Аплодисменты лучшему. Здравствуйте, дорогие зрители. Вас приветствует команда «Деревня дураков». А теперь миниатюра. Лилипутская жизнь. Давным-давно жила-была ведьма по имени Партитура и ее плохой работник. Ах ты, негодяй, ничего не можешь, ничего не умеешь! Иди отсюда! Говоришь, плохой работник. Ладно, ладно, отстань от меня. Вот бы женщины костры. И как-то раз к ней пришли лилипуты. Телефон, потихон и айфон. Говорит лилипут. Здравствуйте, дорогая наша партитура. У нас к вам огромнейшая просьба. Нам нужна ваша помощь. Мы вот такие вот маленькие все. А дом у нас вот раковина даже вот такая. Вот мы не достаем. Вы можете помочь, нет? Говорит лилипут. Я же хоть себя в зеркале не видела. Говорит лилипут. А я чуть в раковине не утонула. А все потому, что 4-й в ванне утонул, тварина. Говорит партитура. Конечно, конечно, мои милые.
все сделаю. Вышли вам самого лучшего своего работника. Только при одном условии. Если вы мне поможете прочистить мою печь. Говорит Лилипут. Нет проблем. Все решим. Только при одном условии. Мы все будем делать только после того, как он все сделает для нас. Говорит партитура. Конечно, хорошо. Все, договори. А тем временем плохой работник приступил к работе. Спустя месяц лилипуты снова пришли к ведьме, но на этот раз их было двое. Говорит лилипут, что это за проблемы? В чем проблема? Почему у нас стройка стоит, ничего нету? Проблемы, да, какие-то? Говорит партитура. Ребят, ну извините, но давайте сначала сделаем мою работу, потом вашу. А, так вас же было трое. Говорит лилипут. А все потому, что в нашем новом доме третий потерялся. Говорит лилипут. Он виноват. Нет, нет, не виноват. Ребят, давайте почистим мою печку. Пожалуйста. Нет, мы тебя сожрем. Нет, не надо. Не надо, нет, нет, нет. Нет, пожалуйста. Да, да, да. Реплика плохого работника. Ха-ха-ха, я мечтал ее сжечь. Наступил тот день. Говорит партитура. Меня сейчас сожгут. Ура! Мораль этой истории такова, что морали здесь нет, потому что мы... Деревня дураков! Кинокомпания Horror Camp представляет. Я знаю, что вы делали этим летом в ручейке. Однажды, теплым летним днем, в детский лагерь ручеек приехали две подружки. Девочки очень любили страшилки, поэтому поздним вечером они начали рассказывать друг другу страшные истории. Про девочку, которая утонула в бассейне. Провожатого аниматора, который бесследно пропал в лесу. Про маньяка-убийцу, сбежавшего из психушки. Башкирский Пахмут. В одной деревне жили старик со
старухой, и старуха начала печь колобка. Печет, печет, но из него стал вырастать пахлан. Он говорит. Жара! Нету. Жара! Нету. Жара! Нету. Я тебя сожру! И пошел Пакман по лесу. Идет, идет, и встретил он медведя. Я медведь, а ты кто? I'm Pac-Man. Pac-Man, колобок что ли? Я тебя съем. I'm Pac-Man. Дальше по лесу. Идет, идет, а тут он встречает деда и внучку. Ой, внучка, бабка, съели нашу, что же нам делать-то? Вот он, гаденыш, нашу бабку сожравший. Пожару я вас! Нет. И тут внучка обливает Пакмана. Я вас обниму всех. Эх, моя любимая. В конце концов, Пакман стал добрым. И стали они жить в любви и по их согласию. Вас приветствует ансамбль. Можно? Башкирские бабушки. И сейчас мы вам представим частушки. Люди пробежали с места, Саша с Игорем сидят. У них кофе маловато. Куда сахар, ребят? А пока ребята бегут, спонсор нашего выступления кипяток из столовки. Кипяток из столовки. Составься, пока кипит. Все ребята побежали, все столовку на захват. Завтрак кабинам взяли и отправили назад. Назад. Назад.
репортажи доснимать, информацию искать и вопросы задавать. А пока, ребята, лежат, спонсор нашего выступления — «Больная фантазия». Больная фантазия, делайте как мы. Почему киви? Да просто так. Pennies and dimes or a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way.
Thank you.